Орловчане начали обращаться по новому адресу областного пункта отбора на военную службу по контракту. Добровольцами становятся те, кто не видит своего дальнейшего существования вдали от событий, что разворачивается на границе нашего государства. Не надо, чтобы распространялась эта серая чума. Мало того, что она распространяется по всей Европе, она еще к нам в Россию хочет залезть. Этого не надо допускать, нельзя просто не допустить этого. Вот и мое такое решение было принято. Конкретно и ясно. И мне кажется, что каждый, кто в силах это сделать, он должен это просто сделать. В областной пункт отбора на военную службу по контракту обратиться может каждый. Там ответят на интересующие вопросы и помогут с оформлением документов. Граждан идет много, Орловщина всегда славилась патриотизмом, поэтому всем всегда оказываем содействие, помощь, быстро обрабатываем всю документацию в течение суток, также контролируем все моменты, связанные с выплатами и льготными социальными гарантиями, которые предоставляются как на федеральном уровне, так и на региональном. Все, что связано с компенсациями, льготами, медицинским обеспечением и единовременно выплатой 195 тысяч рублей. Соответственно, этот вопрос у нас находится на постоянном контроле, чтобы всегда гражданам приходить все в срок.